Доски есть. Хорошо. Осталось мясо. И we are good to go. Oh. Попробую это убить. Иди сюда, на! Хватит от меня убегать, вернись! Устал, да? Устал? Я за тобой успею. А ты же, кстати, робот, ты ускоряешься, да, когда тебя чарджат? Да. Так, далеко побежал, блин? Я пытаюсь сагрить. Да я тут эту фигню и бью. Ягоды жрет постоянно. Стой! Стой, говорю! Ты бы видел, что мне здесь происходит? Ягоды жрет. О, ты мимо следа пробежал, Рамон. Где? Я только сейчас заметил. Возле домика сзади. Да-да-да-да. Был след. А, след? Блин, да я хочу мясо кучка, собрать просто, чтобы тебя ж воскресить же. Ну так мясо этой птицы. А, из этой птицы, да, не подходит. Точно-точно. Но все равно еда. Еда. Догнал я все-таки эту тварь. Да эту. А, ну да. Там нормальная еда, что выпадает. Там куриные ножки такие вкусненькие, аппетитные выпадают из нее. След, ты говоришь, да? Как он выглядит? А, вот черные пятнышки просто, типа, да? Кочка, ну, такая, да, на земле, к которой можно подойти и нажать экзамен. А, нет, такого здесь я не вижу. Выше, возле домика свинок. Пробегал мимо. Свиньи умирают с двух ударов. Фэн просто ходит и карает. Правей. Я морсел нашел, это что? Рамон, я сейчас прибегу с мясом. У меня тут уже орда свиньи. Ну такой кусочек мяса, морсел. Ладно, я его в руках буду нести. Сейчас приду домой. Наверх. Не знаю, не заметил. Может быть, не увидел, может быть, уже исчез след, кто знает. Они похожи на маленький-маленький пень такой. Рамон, Рамон. Я. Ты где? Тут. Вот смотри. Иди от лагеря вниз и немножко вправо по карте. От лагеря вниз и вправо. Подожди, сейчас я мясо пожарю. Тут, во-первых, мяса у меня куча, и во-вторых, здесь след от мамонта. Сейчас. Я тут даже костер разведу в честь тебя. Так, надо же ингредиенты взять с собой, значит. Вниз от лагеря просто идти, да? Да, вниз и вправо. Вниз и вправо. Тут костер увидишь. Ща, я тут по дороге какахи буду собирать. Мало ли тебе топлива надо. Вниз и вправо. Во, стой. Ай. Вон, вот здесь след мамонта. Я думаю, мы на него пойдем охотиться уже утром. А вот это вот кусочек грязи, типа, да? Не открывай его. Окей. А то он пропадет. Блин, я бороду с собой не брал. Все равно нужен этот самый механизм, чтобы сделать. Какой механизм? Там, ну, там штукенцию крафтишь, по-моему, и все. Science Machine. А, ну да. А разве там не этот, не шапка нужна? Вот этот новый, который добавили. Кого? Не, это в магии там, по-моему, штука эта находится. Ну, в магии она и есть, в магии вот эта вот новая шапка, ну, новая штука. Ну, возле машины все равно надо. Чем мы тут вообще стоим? Мы успеем до базы добежать. Не, след пропадет, я же что здесь и остался. А-а-а. Ну, на тебе, смотри. На тогда вон тебе мясо, забирай это все. Надо тогда тебе провода. Сейчас. Зачем? Ну ты же у нас робот, не я. Зачем? Ну и что теперь? А мясо просто на костре жаришь, видишь, что тебе написано? Да, и все. Не, смотри, бесполезный мусор с прошлого века. Вот что ты мне дал. Что ты сейчас сделал? Я не ел твое мясо, не переживай. А что ты сейчас съел? Я, блин, куриную ножку съел. Успокойся. Безумец. Что? Ты думаешь, я просто так бегал за этим... Абла-бла-бла-бла. Ну ты все равно безумец. Индюком. Че, подкинуть тебе топливо? У нас его полно в округе вообще. Глянь, что у меня есть. Это что такое? Посох? Да. Огненный. Ты думаешь, как мы на мамонта сейчас будем охотиться? Ну, вот этим. Не, мамонт убегает. Надо посохи. Ну, хотя бы посох, хотя бы один, чтобы его сагрить.
Как? Нельзя, что ли, подойти ему просто в попу ткнуть и все? Это поджигающий посох? Да. Он загорится, будет бегать и подожжет весь лес. Отлично, отличный план. Много чаркоула будет, значит, у нас. Достаточно сделать или, или бумеранг, либо да слишком просто. Один раз пнуть. Ну, я буду Рамон, смотреть, как мир горит. Ну ладно. Рамон, пошли поджигать вселенную. Я пошел воскрешать Славика. Ладно, воскрешай Славика, я пойду поджигать вселенную. Я тебе мясо отдал, значит, все, я молодец. Все, просто жарим мясо и приехали, да? Окей. Там в чате пишут, что не получится без шляпошника. Посмотрим. Ну вот, о чем я и говорил, что нужна шляпка. Ну, шляпку крафтить легко. Там она крафтится и, ну, из обычных ингредиентов. То есть, там я же Рамону передал обычную шапку, то есть, ее даже крафтить не надо. Так, где мои волосы? Вот они. Все, крафтим. А магия? Вниз. Подождите, в магии же? По-моему, в магии. Так, стоять. Где-то я видел. Я помню, я наводил. Или в сюрвайвале. Блин, а где это я видел? Кто-то помнит, где находится эта штукенция для воскрешения? В нарядах? Нет. Ладно, пересмотрим. Может, Сайенс? Сайенс, ты думаешь? Ганпаудер. Ладно, буду по ингредиентам смотреть. В принципе, вижу волосы, сразу, значит, пойму, что оно. Magic. А, вот, Meat Effigy. Resurrect yourself via the power of meat. Правильно, оно же? Ну, да, оно. А почему-то я скрафтить не могу. Используйте Prestihatitator. Да, тебе нужна шапка такая. Она в магии первый такой, ну как научная машина, только в магии. То есть там такая шапка на колесах. Для этого там нужно 4 живых кролика. Ну, сейчас мы их будем, значит, ловить. И я, кстати, топ-хэт, маму-то не нашел. Который, в принципе, у меня есть. Это топ-хэт превратится в машину. Да. Окей. То есть нужно силки расставлять теперь. Приехали, блин. Ну да. О, я еще одного мамонта нашел, окей. Сейчас, значит, тебя будем искать. В общем, я пошел добывать мясо, а ты давай, разбирайся с этим, с Славиком. Воскрешай его. Да, мне тут сейчас кроликов надо теперь искать, все надо искать. Ну, Славик погиб, это не такая же легкая задача воскресить его. Так, ладно, где... Где теперь надо искать кроликов? Давайте сейчас посмотрим. Сейчас я больше геморроя принес, чем пользы. Нет, это тимворк. Все в порядке. Сейчас я попробую подумать, где можно кроликов. Ну, внизу, наверное, справа там. Они ж на этих, на пустынных полях. Ну, на саванне. Хотя слева от нас. А по карте должно быть видно. Я нашел лягушек, это плохо. Где как раз желтая трава, самая такая желтая-желтая. Снизу, справа. Да, слева тут же ж вот это вот. Там где портал, да, вот. Такие поля, луга. Между домом и порталом. Между базой и порталом. Вот один. Поставить ловушечку. Но что-то их норок здесь, да, не очень много, если честно. Один кролик на всю пустыню? Интересно. На той ноге пустыня, видимо. Да, тут их нету. Беда. Это ж еще и дождаться надо, пока они, блин, появятся тоже. Ну, в смысле, пока я попадут в ловушку. Я в этой куче деревьев, я не могу найти следы. Кошмар. Ты там остался и потерял след? Да. Ну вот, я так и знал, что не надо там оставаться. Мы все равно на мамонта должны втроем охотиться. Не, на мамонта можно завалить-то одному, он простенький. Но сам факт того, что его потерял, это плохо. Мама сейчас очень ценен. О, кролик. И нора. Но я не буду здесь ставить селок, я не вспомню, где я его поставил.
Все равно. А, тебе на карте будет написано. На карте иконочка останется. Да, но... Ну ладно, поставлю. Обход потом буду делать. Ты смотри, ты ставь их возле норок. Они когда будут бежать в свою норку, там даже без приманки они будут ловиться в ловушку. То есть. Ну, так они я просто... так всегда и делаю. Прям всё, сверху. Молодчина. Да-да-да-да-да-да-да. Билд. Да, я вижу твою. Ладно. Ну, три норки я нашел уже. И то хорошо. А вот там, одно, там одной их достаточно, одной ловушки. Надо только день. Ну, нам нужно четыре кролика. А одна ловушка, она не ломается. То есть сразу как одного ловишь. Я экономлю время. Чтобы потом обошел, собрал. И желательно четырех. Но четырех здесь не нашел. Оу, у меня только что птица прям перед монитором, ну, перед экраном пролетела. Огромная такая. Страшно было. О, мы морковку вырастили. Ура! Слушай, наверное, мясо стоит в холодильник положить, да, вот это для воскрешения. Да, все, все, всю еду складываю в холодильник. Джерки. Тоже приготовленное, да, мясо? Джерки — это на зиму. Это вяленое. Я чуть не съел. У нас тут ягоды пропадают, я, пожалуй, поем. Не, смотри, как делаю. Кидаю в этот в казан, по-моему, то ли три ягоды и веточку, то ли веточку и три ягоды, и крафти себе. Слайк, помоги мне, сколько там надо на рецепт? Три ягоды и какую-то дрянь. Да, три ягоды и веточку кидай туда и крафти. Пук. И чё, нормально, да, будет? Вкусно? Там будет типа повидло ягодное получится. Какое-то, да. Нет, по-моему, должно быть повидло ягодное. Топливо сейчас добавлю. По одной штучке, да, можно только здесь, получается, типа, готовить? Да. Значит, без палочек. А, ты же мне давал эти мясные шарики, вот, еще точно. По-моему, надо не ягоды, по-моему, надо вот жареные ягоды кидать туда, чтобы получился... То, что нет, там обычно. Что-то у него получился вот губ. Да, я губ сделал какой-то. Вот я еще ну, раз. Ну, значит, сделаю. Одна ягода, три веточки. Я помню, как-то так это все готовится. Ну вот, видишь? Ну, можешь взять, попробовать. Как тебе? Великолепно. У тебя места нет, что ли? Не, есть, прекрасно. А если я съем? Ничего, по-моему, не произошло. Если что, там те четыре мяса не ешь в холодильнике, которые, окей? Это тебе надо говорить, чтобы ты такие вещи не ел. Я-то ем тут... Я ем только то, что можно есть, не переживай. Ты ешь все, мы уже без еды на зиму остались. Вранье. Я в основном ягодами сейчас питаюсь. Так, а это я сделал теперь... Да то же самое. Wet goop. А, палочки нельзя, надо что-то другое. Надо три ягоды и что-либо другое, что угодно. Даже мясо нужно положить, все равно получится джем. Вон тебе, я тебе отдал. А, нет, подожди, наоборот, нельзя мясо. И овощи. Monster Meat ты мне надавал. Три штуки. Четыре штуки. Эти все пять там. Штук. А если я... Не, говорят, мясо нельзя. Стой, нельзя мясо. А что туда можно тогда? Да вот четыре мяса вместе, если сделать. Любой нормально будет? Любой фрукт 0,5 должно быть суммарно. Короче, все должно быть во фруктах. Только можно, не драконий фрукт. Четыре ягоды. Вон тебе кукуруза на грядке у нас выросла. И три ягоды. Вон, на грядке у нас выросла кукуруза. Угу. А если три мяса монстра и ягоды, что-то будет? Будет просто мясные шарики, по-моему, или мясное что-то. Но больше, чем один мясо монстров нельзя класть, потому что получится... Ой. Типа лазанья мясная, монстр лазанья, она вносит урон здоровью. Я нечаянно, видимо, ее сделал. Монстр лазанья, да. Да. Упс. Короче, просто переводим все свои продукты. Ты мне сам накидал в инвентарь. Ты знал, ну, что с этим будет. Ну, я же тебе говорил одну кинуть, а ты все запихнул. Я три запихнул. Одно мясо монстра на одно блюдо. Я услышал, будут мясные шарики. Все, нажал кук. После чего оказалось, что не надо. Крокодил говорит, что можно просто четыре ягоды, можно обычно. Ну вот, да, просто ягоды засунуть без палочек. Ну ладно, попробуем. Раз, два, три, четыре. Потому что оно все пропадает тут уже, надо что-то с этим делать. Да, они, кстати, неплохо очень даже город восстанавливаются. 37 написано здесь на Википедии.
Окей. О, что-то получилось. Fistful of Jam. Окей. Так, у меня сейчас 113. Ям. Да, вот 150 стало, я думаю, что еще и больше могло быть. Ну, я теперь полностью накушался. Ой. Все, а то сейчас пропадет, жалко же. Давай. Давай. Кошмарные кролики, они просто не хотят ловиться. Ты голоден? Нет, у меня все окей. Потому что я тут уже наварил. Я за всю свою жизнь реальную столько не готовил, как сейчас. Кук. Рамон Куховарка. Ты даже не представляешь, насколько я сам удивлен этому. Все, и три штучки джема в холодильнике будут. Yes, я одного кролика поймал, ура! Одного? Да. А надо, кстати, по своим ловушкам походить, или ты по ним и ходил? Я одну собрал, а вторая там пустая. Ну я три ставил. О, давай, да-да-да, беги-беги. Попался! Отлично, и у меня уже два. А где кролик? В ловушке. Ну, а он разве не должен в инвентарь тебе ложиться? Ну, должен. Ну, значит, не поймал я. Ну, значит, нет двух. Должно быть два... в инвентаре две ячейки должны быть свободные. Одна ячейка для ловушки, а вторая для кролика, собственно. Там у меня тут 5 ячеек вообще свободно. Не попался. Так, а, ну так она должна быть закрытой. Типа. И должна двигаться. Ну, она была закрытой, но он не попался, короче, в ловушку просто. А, я вот тут еще выше поставил одну. Там еще кролик бегает. Survival. Еще одну построим. Да поставь ты уже ловушку. Сейчас мне еще одного осталось поймать. Так, давай. Не поймал. Наверное, чуть слишком далеко ловушка стояла. Все, кролики есть. Собрал, да? Да. Можно на зиму птицу поймать, кстати, чтобы яйца делать. Чтобы делать яйца? Ну да. Птицу можно будет пичкать всякой дрянью, и она будет яйца выдавать. А дрянью это, например, чем? Ягодами, ну, короче, едой. Даже, по-моему, испорченные можно пичкать ее. Ну, монстр лазаньи можно напичкать. Который Рамон наготовил просто в необычайное количество. Я думаю, она сдохнет, бедная, несчастная. Так, ты несешь, да? Да. Ты что надо, топ-хэт? Давай, я, наверное, скрафчу. Блин, это ж дерево, наверное, еще надо стоять. У меня 9 дровяняк есть. А, вот здесь 4. 4 этих. 4 то... Все правильно. Те, которые... Что ты делаешь? Я сейчас и скрафчу. Все окей. А, весь прикол ловить птицу в том, что добывать особые семена. Какие-то конкретные можно получить. Семена. Вон, смотри. То есть семена арбуза это очень... Было бы неплохо получить на лето арбуз. Он типа жажду утоляет и жару. Он жары спасает. Иди крафти нам Славика. Ты дерево мое потратил, которое мне нужно было. А шапка? Ну я его и сделал куда надо. А, есть шапка. Куда доски мне теперь еще нужны? Как же с тобой тяжело. Я тут при чем? Не я рецепт этот придумал. Так, survival, да? Где я видел? Я уже опять забыл. А, не, в мэджике это все было. Флейта тут даже есть. Интересно. Да там много всяких приколюх. Shadow манипулятор. Вот, 4 доски надо прям. Доски. Ну, я 3 могу сделать сейчас. Ну и у меня 6 дерева. Таких бровняк. Сейчас тебе одна, ты скрафтишь. 2, 3. Подкинь что-то. А потом выяснится, что это не сработает. Я буду смеяться очень долго.
Не, должно, должно. Я ж воскрес на этом, на камушке. Давай. Давай. Чё ты мне там... О. Ну ты стоишь, не пойми, по центру всего. Так, и... Рефайн еще одну. Хорошо, и теперь... Где там мясо? Вот оно. Господи. Сколько всего пришлось-то наделать, действительно? Use a... Вот, все, прототип. И все, теперь Славик, надо поставить где-то, там. Да? Да, теперь ставь, и Славик должен в нее вселиться. Есть. Вот это ты. Якобы. Славик, давай. Все, я захожу. Мы Прям сделали это. Попробовать вас найти еще. Посмотрим. Рамон, ты неправильно говоришь. Как дальше читать вообще предложение человека, который мне говорит, что я неправильно говоришь. Survival, а не survival. Survival, хорошо. Survival. Сайк нам сейчас очень нужен. Рамон, к нам опять бегут гонщики. Survival — это неправильно, survival — это правильно. Вы сначала выучи английский, потом ищи других людей. Survival вообще читается, ну, без акцента, естественно, акцент у меня survival. Есть. Р глухое. Survival. Survival, да. По-моему, собаки рычат, или мне послышалось? Да. Нет, тебе не послышалось, они действительно рычат. Я не знаю, что делать. Я буду умирать, у меня здоровья нет. Я сейчас в них вселюсь. Не надо, не надо, не надо, они же ледяными станут. Ты лучше просто вселись в куклу и защищай нас. Иди сюда. Не хочет. Славик, давай быстрее, мы тут с ума сходим. От них тебя. Я хотел вселиться в эту фигню. Ой, ой-ой-ой, что происходит? Воу, ты проснулся. Просто неистовая старушка. Вернули. И сейчас мы умрем, потому что прибегут гончие. Я пошел за своим шматьем теперь обратно. Something is approaching. Блин, собаки, надо делать срочно оружие. Быстрее. Или бежать за ним. Тебе, может, флинт дать там? Чё там для оружия надо? Тулзы. Я буду готовить еду, отстаньте. Файт. А, веревка тебе нужна. Там надо куча веревки и дерево, чтобы скрафтить. Не, веревка одна нужна. На что, на копье, да, а на броню много. Славик, я сделал тебе копье. Ты где? Все, я поднял свой труп, все, я все собрал, все вещи, окей. Есть копье. И броня есть. Роман, почему мы этого раньше не сделали? Нет! Прибежало! Оно! Что-то их дофига прибежало. Ай! Давай, страшно. Ой, на вас там побежало. И глаз такой с той стороны на нас смотрит. Заковыряли вообще. Нормально. Просто победитель. Мясо сколько, смотрите. А? Зиму проживем теперь. Мясо давайте сушить это. Его можно? Мясо сушить? Монстров? Да. Ты что там так... съел только что? Ягоды. Ой, ягоды эти, семена. Так она ягода будет не малина. Очень. Мясо монстров... Она тоже... Она долго не портится, на зиму можно тоже. Ну, она ж нам будет хп резать. Если в блюде использовать одно мясо монстра, оно добавляет свои калории, но здоровье не вредит. В смысле, то есть мы потом из сушеного мяса будем что-то делать? Ну, блюдо готовить, да. Ну, проще, наверное, было обычное засушить. О! А у нас есть обычное, что загоняем, Славик, загоняем. Ну, думаю, в принципе, можно было бы найти. Кого там загоняете? Там мясо бегает он. Если вы найдете пепел, у меня есть, в принципе, гланды, мы можем отхилить кого-то. Не, это уже бесполезно, иди отсюда, короче. Просто надоели жрать наши ягоды. Пчелы тут еще летают. Они не трогают меня, да? Если ты их не трогаешь, они тебя не трогают. Он так просто на меня посмотрел злобно, этот пчел. Пчел. А чё ты семечко съел, когда ты мог, кстати, его посадить? У нас же что, он две фермы. Потому что оно было жареное уже. Это было жареное, да. Я послушаю сейчас. А вот, сейчас, смотри. Оу. А что это? А, господи, опять метеориты падают. Да что ж такое? Слайк, это ты? А, что-то большое прилетело. Осторожно.
У нас кусты поломались тут. Кто это делает? Если сейчас попадет что-то, мне хана. А-а-а! Машину сломали! Тут что-то... А, сундуки наши поломали к ядрине феня метеориты. Кошмар. Да откуда они летят? Я не знаю, но мне страшно. Космоса? Что происходит? Хватит. Пожалуйста. Все. Окей. Это вы какой-то биом выбрали, какой-то противный, метеоритный. Да что-то уж совсем, как-то уж совсем метеоритный. И мы, походу, потеряли очень много ресурсов, которые в сундуках лежали из-за этого. Они весело. Должны были просто выпасть, по идее. А, ну да, они по просто идее. Выпадают. Там было много удобрений, вроде бы, там много чего было. Ты все удобрение сжег в костре. Нет, я собираю постоянно удобрения еще. Ха! Окей. Сундуки находятся в какой закладке? А, structures. Честно. Это почему каждый раз, когда я выхожу из лагеря, здесь что-то происходит непонятное? То вы его сжигаете, тут всегда происходит что-то непонятное. Кидают. Заходишь ты, выходишь, неважно. Тут всегда что-то просто, происходит. Просто пока тебя нет, ты не видишь то, что происходит. Так, доски, два рога. Я тебе говорю, мы потеряли кучу ресурсов сейчас. Офигеть. Было больше намного. Ну, у нас одного сундука явно нет. А можно, кстати, как-то располовинить ресурсы? Правый, через Ctrl. Да, я посмотрю, что в сундуке. Да я сейчас... В нем пусто, я скидываю все, что у меня есть в инвентаре. А, это пустой все. Сундук? Да, я его скрафтил только что. Все, все... Все какахи потеряны, все потеряно, короче. Все потеряно. Все исчезло, все пропало, Михалыч. Да. Откуда они вообще летят, эти безумные метеориты? Я вот этого не знаю. О, мясо. Не знаю. Вот они постоянно летают, летят на нас. Так, тут никто не появился. Будем шишками топить тогда, а что делать? Ха, весело вышло. У меня там была куча каках. Куча... Ну, в принципе, меня только это интересует, наверное. Народ, завтра начинается зима, у нас нет еды. Отлично выжили. Да. Ну, что-то... Будем охотиться, значит, на мамонтов зимой. Все нормально. Ну, нам надо хотя бы кроликов наловить на шапки. Я пойду хотя бы половлю их немного. Потому что нам надо скрафтить 3 шапки, а это надо 6 кроликов. Плюс займитесь кто-нибудь этими камнями-грелками. Окей, я сделаю. Это что? А, камней там было много в сундуке тоже еще. Все пропало. А сколько вялится, кстати, вот это вот все мясо? 2 дня. 2 дня? Да, пару дней. Все едят такие сразу. Я мухоморами пичкаюсь. Ну ладно, можно я съем эти шарики? Или кто-то их для себя? Окей. Ой, хорошо. Ой, и знаете, в чем вся хитрость? Я вот только в этот сундук положил гланд, говорю, давайте кто-то отхилится, кто-то накрафтит себе зелий. И тут туда прилетает метеорит. Добрый вечер, выживальщикам. Привет, привет. Я тут смотрю, у вас очень весело. Нам хана, да. Да. Есть немножко. Winter is coming. Вот что тут скажешь. Ну, знаете, что я сделаю? Я возьму эти шарики. Ага. И уйду. Возьму крепко. Да. Возьму свои шарики крепко в руку и уйду. В кулак. В кулак сожму, да. Крепко, возьми крепко. Свои шарики в кулак. Будь мужиком. Вот эта вот старушка в очках. И это возьму их я, да. Ну, и вот наступает новый день. Где снег? Ой, у меня борода выросла, отлично. Ты видишь, что это такой... Ну, синеватый оттенок, да. Да, да, да. Это она. Окей. Все, больше ничего расти не будет. Так, все, пчелы впали в гибернацию. Отлично вообще. Я думаю, кстати, что это самый прекрасный момент для того, чтобы все-таки пока что взять паузу, ребят, и продолжить чуть попозже наше выживание. Вот, потому что наш стрим сейчас подходит к концу. Люди уже, я думаю, там спрашивают, когда розыгрыш. Розыгрыш сейчас, ребят.
2,5 часа вроде уже просидели. Да, а мы продолжим выживать, я смотрю, в принципе, зрителям довольно интересно. Прикольно. И продолжим выживать здесь же. Надеюсь, что этой же компанией, а с Ютубом я тоже прощаюсь, встретимся с вами в следующих выпусках. Со мной сегодня играл Турбо. Ей! Пока, ребят. И Славик. Не голодайте. Пока. Я думаю, что мы все-таки не переживем эту зиму. Вы можете написать свое мнение в комментариях, как вы считаете. Но я думаю, что если бы я один играл, я бы точно не пережил. Я бы, может, даже и не дожил до этого дня вообще, в принципе. А поскольку нас здесь трое, я думаю, мы справимся. Мы здесь закончили. Мы тащим тебя на твоих плечах. Я вас тоже местами. Вниз да, только. Ваши места тащу. Слышишь, кто скрафтил, кто вас скрафтил воскрешалку? Я не понял, а? А? У кого борода растет? Ну ладно. Амон. Тут все. Спасибо. Пока. Пока.